Эгоистичного человека. Вот же, блядь, пиздец. Ну да, конечно. Если ты хочешь играть ебаный рандом, то все должны играть ебаный рандом, да? Ебать, эгоист. Только ты против? Так я вышел из фати, блядь. Я вышел из фати, блядь. Ну, я захотел сыграть вот сингл драйв там. И то, ой, Ванька раз в месяц зашел поиграть. Ай, ебать, лучше бы ты нахуй со своей рукой игрался, блядь. Ты играешься постоянно со своей. Понял? Ты, блядь. Это ты, блядь. Мастер давать ответы, нахуй. Вон, смотри, Ваня, все наугад берут. Красава, Ванька на пати, и все понятно, блядь. Я все понял. Можешь не продолжать. Это ус. У них, я прикинь, какой рандом, да, чувак? Ну и смысл брать пака, если ты заруинишь на нем. И все в заднице, блядь. Так, идите в баню, я мид. Пак вам мид идет. Я никому не дам мид. Че, ребята, вы что, издеваетесь, что ли? Какой дабл мид, блин? Ну пак, он же на мид идет, правильно? Пак, ну, в принципе. Ну вот свали с мида. В твоем случае, блядь. Сука, какой же ты конченый, блядь. Сначала доебываешься своими рандомами, потом пикаешь на рандом сам, блядь. И теперь еще мид у меня отберешь. Какой смысл? Ты не умеешь играть на паке, ты сольешь мид. Иди в жопу со своими, блядь. Какие мне скиллы качать? Навязчивыми идеями, блядь. Вот почему ты не захочешь играть с такими же ебанутыми, как и ты, например? Почему ты их оскорбляешь, хуесосишь? Кого? Ну, людей, которые играют так же, как ты, вот, ну, всякую хуйню делают, блядь. Дабл мид идут и прочее, блядь. Я пока еще дабл мид не пошел, идиот. Ты видишь, все равно, блядь, на рандом берешь всякую хуйню и говоришь потом, нахуй вы на рандом пикаете, блядь. Нет? Нет, такого не было ни разу. То есть ты одобряешь рандом? Я возвращался на игроков, которые пикают персонажи, не умеют на них играть. Чё-то мне не нравится так играть, когда чуваки фигят, блядь. Ну, блядь, пожалуйста. Да всё это, блядь. Ну, где я заруинил катку, по-моему, вы выиграли. Да, блядь! Сука! Идите нахуй со своими ебаными паузами, пидорасы! Твари, блядь, вот же ж пидоры! Ты чё? Сука! А, там не будет защиты? Этот матч можно спокойно прикинуть. Ну, можно засчитаться. Конечно, можно, ливнул же кто-то. Чувак, это была обычка. И что? Она типа засчитается. Ну. У меня морта разъебывает. Ты теперь подключаешься или что? Я все, я думаю. Не засчитается она, да? Хуй, блядь. Это шабычка похуй. Мне не похуй, у меня. Подожди, а Джессика зачем ливнула? Поддержала Сережу. Ну если ты ливаешь, тебе засчитывается поражение. Да и похуй, блядь, это шабычка, чего. Ну, на герои, винрейт там. Ну ты же играешь ради победы, правильно? Да это же скучная игра, чувак. Почему? Это быстрая победа. Граничка, смотри. Да, грос. Ну ты ее потом наказали жестко. Уходи ты, ебать. Ну, давай, уходи. Ну, куда это? Ты ведь знаешь, как ладно, первый скилл твой действует? Ладно, я ливаю. Серёж, ты еще не начал?
Да я жду, волнуюсь. Меня хватит, наверное. Играйте рейтинг. Без меня втроем. Да, точно. Мне нужно причем отлучиться. 22:48. Ты засчиталась? Да, поражение. Чувак, та катка засчиталась нахуй. Я проиграл еще одну игру на инвокере. Пиздос. Ну вот зачем ты ливнул? Зачем ты ливнул, чувак? Я не могу поднять инвенрейт на инвокере уже так давно, блядь. Пиздец, а ты еще ливаешь, чувак, просто так, блядь. Ну да. Да, поражение. А кто ж знал-то? Я знал, чувак. Слышь? Сука, вот это да. Не будет нам, чувак, не будет нам бонуса. Какая красота. Гипс, этот меч, доктор. Бубух. Акс? Лол, да ладно, тут Акс есть. Я хочу за Акс поиграть. Вау. Я хочу за Акс поиграть, чувак. Поиграй. Да, я поиграю, чувак. За Акса. Найс, да, чувак? Бубух, блядь. На, курица, понятно. Где, блядь? А, ёб твою мать. Видишь? А я сучка, блядь. Ой-я. Ща прыгну. Нет, живи, сука. Акс, ресни меня, Акс, Акс, ресни меня, окей? Да, мы пройдем эту волну, я думаю, скорее всего. Только надо их побольше в одну кучу. Mm.
Я бегу, сам не знаю, куда, их осталось только двое. Это обидно, блядь. Сука. Нахуй, двое, всего лишь двое. И это были последние, чувак. Интересно, если бы я прыгнул, засуицидился, что бы получилось? Это было бы забавно. Бонус нормальный, чувак. Что нормально? Есть награда. Гейб нас не наебал. Хорошо. Охуй. Давай хотя бы вот это. Остановись. Что-то комментатор тут. Что-то у нас. О, вот это нормально. Вот такой вы, да? Вау. Ну, блядь, что за коробка ебаная? Мне она не нравится уже. Че это за дичь? Давай ладонечку, пожалуйста. Ну, блядь, ну это говно с это. Бля, я крутану один, хуй разницу. Мужик, мужик, мужик. Number 10. Ага, вот. Топ задры. Ход 6. Что, блядь? Я The timing was perfect. Oh my god, that was Can we perfect. All take a moment just to realize? Oh my god. This might be the last. Number 9. Блять, что? Some of this control, please. Чувак поставил вебку на кошку, типа она в КС-ку играет. Number 8. Ну. Блять. Number 7. Out. Pins and needles. I predict that you will Me die too, within man. 10 seconds of hearing this. Oh, I am playing back, man. Fuck you. Ah! But you're fucking dead to me. Oh my god. Блять. Сука. The Praise the Sun patches. Those are available for a $20 minimum donation for the poster, $10 minimum donation for the watercolor, and $5 minimum donation to be entered for the patches. Number 5. I have a finished painting. I really hope you try this one, because as I said at the beginning, this is a very simple painting that you can do, even if you've never painted before. So, from all of us here, I'd like to wish you happy painting, and God bless, my friend. Thank you, Bob. Number 4. Oh, this is my game. Okay, let's see. Oh my god! Oh my god! Oh my god! No way! No, this is a joke. This isn't real. No! 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 Wait! No! No way! No way! No way! Number 3. To do before before this is over.
We received a $10 donation for a mildew who said, greetings from the audience behind you. Insert comment about it being my first GDQ. I will donate an additional $20 if Shock dabs on stream, but I will donate another $40 if both Shock and Amy dab at the same time. Dab to the right. 3, 2, 1. Boom. $40. Bravo. Only. Number two. Блять, что за трэш? Number one. It's planted by that double stack box. Aren't they both lit? Fuck! Damn it. I mollied it off too, but it was. We need him to get team killed. There's no other way now. Oh my god! Oh my god! Oh my god! Holy shit! That wasn't supposed to happen! Oh my god!